Привет, коты, с вами котенок Саниплей. Добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы поиграем в симулятор толстяка. О, привет! Так. Вот у нас... У меня тут есть куриная ножка. Я вступил в группу, и мне ее дали. И со мной сегодня еще Дэн. Так, Дэн, Иван и Глеб. Ну, новый парк. У меня еще один подписчик Глеб. Там. Последний подписчик 103. Вот у нас я буду тестить читы. Я оставлю ссылку в описании. Так. Вот у нас первое, это год мод у нас там. Ну, я уже другой проверяю. Там просто не... Ты становишься бессмертным, но тебя не все вещи могут убивать. То есть... Ну, у нас там был обычный прыжок, теперь хак. Прыжок я решил. Вот. Ой, офигеть, куда я улетел. Так, все, нафиг вырубаем эти читы. Еще у нас есть флай. Вот флай есть. У нас еще вот флай есть. Правда, я прыгать не могу. Здесь не рассчитано, чтобы мы прыгать могли. Но в других плейсах так можно. Так. А 8... А вот это вот я не знаю, что это СК-8. Что оно делает, я не понимаю. Так. Ну, ничего не происходит. Так, ладно. Делаем обычный прыжок и... Следующий чит проверяем у нас. Вот проход сквозь стены. Мы можем... Так, давайте зайдем в Макдональдс или в Бургер Кинг. Да, Бургер Кинг зайдем. Там похаваем чуть-чуть заодно. Так, вот блин, Вася не дал. Эх, жаль. Не дал, блин. Ладно. Вот я пришел к этому домику, видите? Я сквозь него прохожу. Это читы. Я оставлю ссылку в описании, еще раз говорю. Вот у нас тут камера, ну, которой я пользуюсь иногда видео. Вот. Еще-то можно... Еще-то можно кое-что сделать. Вот, Dark мод, это темнота. Так, светлый мод и ночь мод. Я не знаю, для чего ночь мод. Ну так, ладно, вырубаем. И последний чит у нас. Он странный. Просто, когда прыгаем, у нас начинает, мы начинаем брейкданс танцевать, блин. Ну, я сдох, но мы брейкданс танцевали. Так, едим у нас тут. Тут всякие живые продукты. Тут и так танцевал. Сейчас вот тут какой-то хот-дог лежит из чувака какого-нибудь. Так. Ладно, продолжаем. Продолжаем есть вот эту вот ножку куриную. Еще раз повторяю, она дает, чтобы вступить. Если ты вступишь в группу, тебе дается эта ножка. Я оставлю ссылку в описании на игру, как всегда. Так. Тут какая-то девчонка. Так. А кто у нас тут самый? Ой, я. А мне-то далеко до него. Мне далеко до него. Так, ладно, нам дали пиццу. Ну, мы едим эту пиццу. Нас завалил Вася. Чё, из-за пиццы бунт устроил? Он из-за пиццы бунт устроил. Бунт. Так, ладно, так. Блин, ничего нету в рюкзаке, что придется есть. Так, какой-то чувак с морожкой. Так, давайте побежим от него. Мне кажется, он нам ща леща хочет дать. Так, погладим... Погладим снежка и птичку. Так, что за бунты? Вы чё тут за бунт? Вы посмотрите, они тут бунт устроили. Вот, блин, Вася. Они, кстати, куда-то... Подписчики вышли, остался только Глеб. Новый подписчик. Все старые подписчики уже вышли куда-то. Иван и Дэн вышел. Хотя Дэн всего два раза в видео был. Ну, Иван 3-4 раза был.
видео. Так, ладно. Что за бунт? Вы посмотрите, тут опять, блин, устроили бунт. Что за бунт? Я не понял, Ласса. Ой, что-то нам... мне что-то эта девчонка не нравится. Она вообще куда-то пропала. Фух, а я уже думал, то, что она нам сейчас леща даст. Это же тот... это же тот мужик, который нам леща дал. Ладно, пусть идет. Я вот эту вот звездану. На, получай люлей. Ваша мама пришла, люлей принесла. Хе. Ну как-то так, что ли, говорится. Ваша мама пришла, люлей всем дала, что ли. Ладно. Давайте попробуем на эту зону. А, ну да, ребек тут нужен. Ну типа ребек-то. Ребёк там. Так, нам нужно 10. Ну мы должны весить, что ли, 100 килограммов, или это размер, что ли. Мы должны 10 метров высотой быть, наверное. Я не знаю, в чем тут измеряется. Так, ладно, поедим эту курочку снова. Так, ладно. У нас тут какой-то мужик. Так, мужик. О, какой-то бунт. Вы посмотрите. У них тут какой-то бунт. Так. Бунт из-за... Я не знаю. Бунт из-за шаурмы. У них бунт из-за шаурмы. Валим. Иди нафиг, Вася, иди нафиг. Эх, убили. У них тут бунт из-за шаурмы. Извините, у меня шаурмы нету. Я еще ее не купил. Так, что-то... Чувак, ты что, лагаешь? Тут что-то за фигня? Что за фигня? Почему они на месте лагают? А, меня дисконнектнуло. Вот я перезашел. И все, на тебе люлей. Только зашел и сразу люлей дали. Вот настоящий симулятор. Симулятора в Roblox не бывает без драк. А, ну в одном все-таки нельзя. Там симулятор тягача есть, но в нем драться нельзя. Это единственная игра, наверное, в которой драться нельзя. А, ну еще в... Кажется, в симуляторе жвачки, в симуляторе острого соуса. Еще там что-то я уже... Я не знаю... Там дофига этих симуляторов. Какой-то Вася с пистолетом, блин. Он тут какие-то... Он тут нам сторожит Макдональдса. Ну вообще, Вася, ты что-то прифигел, что ты... О, а вот это вот наш Вася, который меня... На меня полез. Ладно, попьем-ка коктейль вот этот вот. Шути, теперь снова пиццу будем есть. Иди ко мне, моя пицца. Ну все, мы... Нам теперь дали тако. У Дэна уже тако есть. Давайте обгоним Дэна. Я надеюсь, мы его обгоним. В следующем видео мы уже сделаем ребёрт. И посмотрим, что там на локации, какая-то фигня. Еще что-то. Так, ладно, едим дальше. Ням, какой вкусный тако. Так, что-то мне кажется, я не хочу к этому чуваку подходить. Так, ой, девчонка. Девчонка, ты что, нарываешься? Ах, девчонка, блин, ну спасибо, то, что убила. Девчонка бунт устроила. Из-за того, что ей заказали не те роллы. Из-за того, что ей не те суши заказали. Или роллы. Чем они отличаются? Мне кажется, роллы все-таки суши чем-то отличаются. Ладно. Она устроила бунт, что я достал ей не те роллы, походу. Так. Ну вы видели, у меня голова проваливается в
в тело. Так. А как ты тут все? Вот снежок и птичка растут и растут, блин. Вы посмотрите, они уже. Это уже не кот, это уже медведь какой-то или пантера, что ли. Пантера, лев, что ли. Это уже лев какой-то. И орел у нас тут на плече, блин, уже. Так, пойдем-ка мы отсюда. Так, он нас походу бить собирается. Отстань, вообще, отстань. Давай, девчонка, молодец, иди бей его. Куда на меня-то? Это еще леща до меня. Мелкая, чтобы больше не нарывалась. Так, ладно, мы ее съели. Так, Бургер Кинг у нас тут. Правда, мы в Бургер Кинг не можем залезть. Так, отстань. Так, я чуть-чуть тут поел уже и иду куда-то. Так, девчонка, тут она что-то стоит. Давайте ей отомстим. Сейчас отомстим девчонку, чтоб не наглела. Не, все, есть, мы отомстили. Так, она у нас в инвентаре есть, я ее, походу, уже съел. Так, но в инвентаре нету. Ну, может, я ее не съел. Ой, там девчонка, пора драпать. Валим. О, нам ачивку какую-то дали. Так, нам мороженку дали. Еху. Ладно, коты, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. We'll be right back.